Я думаю, что ни для кого не секрет, что наивысшее из богатств для любого человека – это найти вторую половину. Save
и Олеся. Сегодня у вас очень важный день. Сегодня в вашей жизни произойдет одно из самых прекрасных и незабываемых событий. Это создание вашей семьи. Теперь вы пойдете по жизни рука об руку, вместе, переживая радость счастливых дней и огорчения. Создавая семью, вы принимаете на себя великий долг друг перед другом, а также перед будущим ваших детей. Поэтому сегодня в присутствии ваших близких я хочу вам задать вопрос. Является ли ваше решение вступить в брак взаимным и добровольным? Прошу вас ответить, Дмитрий. Аплодисменты Дмитрию! Прошу вас ответить, Олесе. Аплодисменты Олесе! Олеся, это руки твоего возлюбленного, молодого, сильного и любящего тебя всем сердцем. Сегодня он держит в этот свадебный день и дает тебе обещание любить тебя сегодня, завтра и всегда. Эти руки будут бесчисленное множество утирать слезы счастья. Эти руки будут крепко обнимать и целовать тебя. Дмитрий, ты держишь за руки свою возлюбленную, молодую и любящую тебя всем сердцем. Сегодня, в этот свадебный день, она дает тебе обещание любить и заботиться о тебе всю свою жизнь. Берегите друг друга, берегите любовь. Пусть в вашем доме быстрее звучит задорный детский смех. Я рад вас видеть вместе, чтобы у вас путь был
длинный, гладкий. Вот, чтобы вы поддерживали один одного. Будьте вместе. Всегда смотрите вот такими влюбленными глазами друг на друга, как сегодня. Чтобы мы встретились через 50 лет, и вы точно так же все это через годы пронесли. Все началось с одного воздушного шара. Но сегодня была целая феерия в воздухе. Столько шаров Дима заказал. Молодец! Чтоб столько было счастья у вас, столько детей. Вы дарили нам тепло и ласку, и не перестаете ее отдавать нам. Мы благодарны вам за это. Мы хотим сказать вам спасибо. И сегодня, в этот день, когда мы создаем свою семью, мы обещаем вам ценить друг друга, уважать и любить. И мы также обещаем вам воспитывать наших собственных будущих детей в таком же счастье, которое было у нас, в таком же хорошем и добром детстве, в такой же юности и в таком же золотом будущем, которое ждет нас обязательно. Большое вам спасибо. Это огромная любовь, огромный труд, который вы с нами сделали, он бесценен. Мы вам за это очень благодарны. Спасибо. Может быть, мы им посоветуем, как эту любовь подпитывать? То есть, какие поступки мы должны друг от друга завершать, для того, чтобы на самом деле чувства развивались, а не наоборот угасали? Есть вариант? Надо, да? Ну, можно, конечно. Да, слушаю. Дурачиться! Да, может быть, какие-то сюрпризы делать? Вот какие сюрпризы должна женщина делать для мужчины, интересно? Объявляйся, поцеловайся, и все хорошо. Чтоб ревности не было, приходили домой вовремя, не ревновали один одного. Если и опоздал кто, ничего. Олеся, Дима, я желаю вам в будущей жизни гармонии, взаимопонимания, чего я уже сказала ранее,
Желаю, чтобы спустя много-много лет, как уже сказали родители на золотой свадьбе, вы смотрели на друг друга так же тепло и с любовью, как сегодня. Страсти, любви и желания. Вот эти три вещи, которые вас должны по жизни сопутствовать. Ура за вас!
Для начала хочу поинтересоваться, кто все-таки должен быть первенцем в семье, мальчик или девочка? Она вас сама не понимает, как она ответила ему на сообщение. Ну и как бы я ей сказала: Олеся, сходи с ним погуляй, тебе ж не замуж за него выходить. Вот она и пошла, и поэтому, собственно, мы можем видеть Олесю и Диму за этим столом. Ну и как бы я, потому что отправила ее погулять с ним. Вот и все. Все просто. А Егор сейчас расскажет, почему он тут оказался. Ну, честно говоря, я даже не ожидал, что я буду свидетелем. Ну, я до последнего не знал, и, видимо, Дима хотел сохранить это в тайне. Но просто как-то раз Дима с Олесей приехали к нам в компанию, и Олеся такая говорит: «О, ты же будешь свидетелем!» А я такой: «В смысле? Как бы, как это?» И, то есть, она потом, ну, видимо, проговорилась, все, мне Дима сказал, ну, буквально, наверное, через пару дней потом. Вот, но тем не менее, как бы, вот я свидетель, я стою, как бы, более-менее ответственно к этому подошел. Наверное, вот за счет этого Дима меня все-таки разглядел, все-таки компания у нас очень дружная, вот. И как бы любой из нас мог бы, любой из нас мог бы быть свидетелем у Димы, потому что Дима это очень хороший друг. Вот, и я считаю, ну, он просто нашел себе великолепную девушку, красивую, умную, и вот у них прямо с ним все получится. То есть я вас верю, ребята. Пожелать вам, чтобы помимо взаимопонимания присутствовала всегда гармония, чтобы всегда все было гладко, ровно, и чтобы радовали друг друга каждую минуту, каждую секунду своей жизни. Ребят, любите друг друга. Это сильное чувство, которое помогает, в принципе, двигаться дальше. Молодцы, целую вас. Друзья, здрасте, добро всем.
тобой всегда. Симка, брат, помни своих братьев, брат за брата, за основу Олеся, я клянусь любить тебя всегда, быть рядом в минуты радости и печали, клянусь доверять тебе и ценить твое мнение, помогать и поддерживать во всех твоих начинаниях. Я обещаю относиться к тебе как к самому лучшему другу, предложить тебе помощь и просить тебя о ней, когда она мне потребуется. Обещаю есть и хвалить все, что ты приготовишь.
Я клянусь расти вместе с тобой, чтобы быть готовым встретиться с любыми переменами, потому что мы оба меняемся для того, чтобы сохранить наши отношения живыми и волнующими. Клянусь быть верным мужем и любящим отцом наших будущих детей, отдаваться тебе до последней капли, чтобы делать жизнь нашей семьи прекрасной, потому что ты мое все, ты мое абсолютное счастье. Я обещаю мыть посуду, когда ты с новым маникюром, то есть всегда. Любимая, сегодня я хочу сказать тебе спасибо за то, что ты доверилась мне, и я обещаю тебе, что я тебя не подведу. Ведь благодаря тебе я с каждым днем становлюсь все лучше и лучше. Ты будешь самой счастливой, и в этом я тебе клянусь. Я клянусь любить тебя всегда. С воспоминания о нашей первой встрече и до последнего вздоха. С твоего первого привет и до ежедневного объятия. Я клянусь пронести нежность этого дня и теплоту чувств через всю нашу долгую и счастливую семейную жизнь. Я клянусь не забывать все хорошее и доброе, что мы делаем друг для друга. Все наши моменты радости и смеха. Все наши общие достижения и мечты. И я клянусь не вспоминать легкие недомолвки и недопонимания, а стараться как можно скорее находить компромиссы и решения. Я клянусь быть тебе настоящим другом, на которого ты можешь положиться и доверить все, что на душе. Я клянусь быть тебе верной женой и хранительницей нашего семейного очага, чтобы в нашем доме всегда было уютно дорогим гостям и близким, чтобы ты гордился мной, как хорошей хозяйкой, и всегда спешил домой. Я клянусь быть самой любящей мамой нашим детям, стараться, чтобы у них было лучшее детство, юность и самое светлое будущее. Мы будем жить ради них, как живут ради нас наши родители, а они будут любить нас так, как ценим и уважаем мы своих. Я клянусь всегда говорить «мы» и не делить ничего на твое и мое, потому что отныне мы едины. Я клянусь любить тебя, как до луны обратно.